Базару нет, ты красотка. Но мужики-то пишут мне. Видос смешной. Ситуация страшная. Как хорошо. Этот парень, господи, это лучший актер тысячелетий. Кот плачет. О боже. Кит, не плачь. Я его поглажу сейчас. Хва. Кар-кар, замечательный и прекрасный. Меня зовут Данкар. И это ТикТок. Я впервые буду смотреть, что там происходит. Я, скорее всего, вижу там детей, которые делают что-то для того, чтобы быть популярными. И не только детей. Посмотрим. Поэтому, если вы здесь впервые, то подписывайтесь на канал. Тыкайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Ставьте лайк прямо сейчас. Это очень важно. Ну и пишите комментарий, чтобы попасть в лучший комментарий дня. Да, вот прям сюда. Хва. Момент для первого поцелуя. Давай, не робей. Что это ты делаешь своим ртом? Я? Ничего. Ртом? Просто я ела кислые конфеты. Вот губы и свело. Ведь от кислого губы сводит. Можно мне такую конфету? А вам есть 18? Шо ты? Да ничего. А ты шо? Да тоже. Шо ты? Да ничего. А ты шо? Прекрасно! Ты тоже с Украины? Я? Привет! This is Ukraine, sweetie. Прекрасно, прекрасно. Поплакала и снова фиалку распила. Хва. О, химия, привет. Удивительно, но внутри. О, боже, 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 нет, 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 страшно, 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 очень, очень страшно, очень, понятно. Очень, выключите, выключите, выключите. После просмотра этого видео эффект будет реально космический, поэтому его сложно описать, но после первого просмотра у вас будет впечатление, что все увеличивается в несколько раз. Осталось несколько максимальным эффектом. После просмотра трындец этого моим видео глазом. Эффект будет реально космический, поэтому его космический сложно описать, трындец но после моим первого глазом. Просмотра у вас будет впечатление, что все увеличивается в несколько раз. Осталось несколько секунд, поэтому okay. Сосредоточьтесь. Вау, рили, прикольно. Да ент уже гонфлаз. Ого, ничего себе. Очень хорошо, кстати, сделано. Очень хорошо сделано. Прям очень хорошо. Для ТикТока это прям вот... лайк. Все, что это? Этот парень, господи, это лучший актер тысячелетий. Как хорошо. Сейчас сдохну. О боже, как здесь много всего, что падает. Как я обожаю такие штуки. О боже, не говорите, что... О! Офигеть. Офигеть. А теперь представьте, что какая-то карта не упала. Видос смешной. Ситуация страшная. Это я. Моя первая неделя в Германии. Это я. Моя вторая неделя в Германии. Дайте генерацион Дельфина. Сейчас. Я понял. Челлендж принят. Челлендж принят. Это я в первую неделю в Украине. Привет. Це суржик чи шо? Это я в моей второй неделе в Украине. Эй, хлопче, чи не хочешь ты бахнути трішки борща с козаками разом? Це моя третья неделя в Украине. Ну как-то так. Вот, кстати, мой ТикТок. Я ни на что не намекаю, конечно же, но можно и подписаться. О, господи, бабушка! Челленджи.
меня двойные ощущения. Почему бабушка? Во-вторых, ну это круто, что это бабушка, но почему бабушка? Ну круто, что бабушка. Хва. Я бы испугался такого Мишку. Нет, там будут плохие слова. Извините, чуть-чуть заслаймился, так сказать. О, господи! Как ты это делаешь, волшебница? Или волшебник? Какая это магия? Сейчас проверим, погоди. Так. У меня почти получилось. Непризнанный шедевр, вот. Шо творишь? Шо творишь? О, вау. А, он вылез с класса? Какого? Дети, не повторяйте такого на уроках. Да ничего. А ты шо? Та тоже ничего. Офа, офа. Я так тоже умею. У меня мяча нет, просто не могу показать. Угу. Капец, она фигачит. Ого. Окей, я этому учился очень долго. Окей, 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 окей. Я в подростковом возрасте любил заниматься такой фигней. Этому довольно сложно научиться, если что, поэтому она большой молодец. Это гранат? А, не, фух, это духи. Это что такое? Это прыщ... А, господи, боже мой! Что происходит? Нет, 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 нет! Офигеть! Окей, это было... Сколько раз она пыталась это сделать? Это мой голос спустя одну неделю в Украине. Это мой голос после двух недель в Украине. После 31 дня перебывания на территории Украины мои уста начали выдавать такие мелодийные и соловьиные слова. Офигеть! Вот доказательство того, что я действительно не знал, что такое видео уже есть, но не знаю, чье видео лучше вам решать. Вау, офигеть! Офигеть! Это... Ого, капец! Кот плачет! О боже! Кит, не плачь! Я его поглажу сейчас. Гладить кота через телефон. Вы что, ему лимоны набрызгали в глаза? Не моя мама! Извинись! Немедленно! Это было страшновато. Спасибо за мои сегодняшние кошмары ночные. Хва! Шо ты там за... А ну слезай, слезай со шкафа. О боже мой. Ну ты ж не мала дитина. О господи. Ну, хорошо, что это хотя бы не так было. Один раз, короче, мой одноклассник на целый урок залез в мусорный шкаф. У нас просто в классе была мусорка, которая стояла в шкафу. Он там просидел целый урок. Учительница даже не заметила. Хва! Кэпоп! Блин, это парень? Корейские парни? Ой, я знаю, что тут будет. Ой, а что тут будет? Слушайте, а есть видео по тегу Данкар? О, Данкар. А, погоди. Я думал, что 23 миллиона просмотров, я просто не посмотрел на то, что это не мой тег, окей? Ну, слушайте, неплохо, я думаю, офигеть. Видосы с хэштегом Данкар набрали 5,3 миллиона просмотров, офигеть. Что это за девушка? Она оккупировала все тренды. Потом, на 5-6 раз, когда он вам звонит, вы поднимаете и говорите ему: не для тебя, мама, розочку растила. Что такое? Никто не знает, то ли мутим, то ли... А где я? Почему там стоит хэштег Данкар, а меня там нет? Это что это такое-то?
Я знаю, что ты носишь маску. Украли! Меня украли! Без моего ведома! Украли! Украли мое имя! Меня украли! Вызывайте полицию! Звоните! Донкара украли! Что делать? Девочки милые, если парень вам сказал, что вы потолстели, скажите ему: это ты, глист, спичка поломанная. Моя мама думает, что у тебя глисты, и ты поэтому такой тонкий. За тобой не как за каменной стеной, за тобой как за картонной перегородкой. Я не глист. А это что, она хотела сказать, что я глист? Я не глист. На самом деле у меня просто 3 толстовки надет. Я не глист. Нет. Что ж, я думаю, что на этом мы будем заканчивать. Не выключай это видео прямо сейчас, потому что есть еще другие ролики, которые ты можешь посмотреть. У меня есть разные видео, все они в описании, поэтому заходи, тыкай на любой и смотри. А пока, удачи, любви и встретимся в новом видео.